41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 5980 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 108199 колымчан. Выписали с выздоровлением 5335 человек. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Кроме того, эксперты призывают носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Всегда необходимо надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Мужчинам специалисты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры тела следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.